Вы не поверите, но это видео про садовую тачку. Вот такая красненькая садовая тачка. Не новая она, но про нее. Смысл в чем? Смысл в этих колесах. В общем, не надувные, не пневматические, а полиуретановые. Просто огонь. Вот такие колеса я покупал за 500 рублей. Вывозят эти колеса вообще кучу всего. И тяжесть, и ну вообще хорошие колеса, в общем, спененный полиуретан, всепогодный, он не трескается, не ломается. И самое классное, вот свобода с диска, не слазит вот эта вот сама резина, как вот есть некоторые полиуретановые колеса. Вот эта вот резинка, как шина, слетает, вот, особенно если тяжесть везешь, она вот тут вот как бы выдавливается и соскакивает с диска. А эти именно вот такие колеса, вот запомните, вот такой протектор, вот они толстенькие такие. Вот эти колеса, это строительные, как бы считаются, колеса. Естественно, сделанные в Китае, но как бы, ну, для всего мира. Они во всем мире продаются. Вот такие вот. На таких колесах телега просто огонь, имейте это в виду. Для этого, собственно говоря, видео и снял, подсказать всем. Собрали картошку, тележка вот на этих шинах. Самое милое дело, смотрите, они не продавливаются. Полная телега, никогда не проткнет себе колесо. Везде все, она проедет, вездеходная. И не слетают, еще раз повторюсь, не слетает резина с ободов. Смотрите, вот я утащу наоборот. Сейчас я разверну. И все, и полная тяжелая телега, тяжелая. Вот картоху собрали. И вот сюда и приехали. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.